6 лет обращусь в генеральную прокурору, то он обязательно вниз отпустит. А там сделают. Да. Поэтому я отпрощаюсь вначале сюда, потом сюда. Этот уже вниз не может отпустить. Да. Потому что я в своем письме говорю о дурости, которая сделала здесь. Я скажу, что на мои конкретные вопросы нет ответа, и там тыры-пыры, несоответствия. Тем более, я копии ответа передал тем, которые заинтересованы, которые знают ситуацию. Они подтверждают, что это не соответствует действительности. И вот тогда генеральному я пишу. Потому что это с учетом уже новой ситуации, изучения, ответов. Владимир Георгиевич, последний вот у меня вопрос. Сегодня же здесь произошло даже столкновение. Я, допустим, получил удар по лицу от этого бутовщика. Ну, надо только акт. Нет, зачем? У меня побои сняты, и будет вечером сейчас работать хорошо, юристы, будет вот заявление в полицию. Как вам приложить это тоже, чтобы у вас запрос звучало? Считай, как уже отдельное. Допустим. Отдельно, да. Вот и это... Ну, да. Я же говорю, она уже там должна быть. Я их предупредил, что вот она девчонка есть. Девчонка там что-то тоже... Вот он с нее очки сорвал и царапал. Надо использовать всю полностью. Да, да, все, мы сейчас все сделаем. Вот как раз 3 дня мы этим сейчас и займемся всем. Потому что в выходные никто не работал, а сейчас мы все заявления сдадим. Ну давайте его сделаем. Ну я за то, чтобы справедливость была. А вот это безобразие, которое сегодня. Ну меня оно не трогает, потому что. Ну такое время, такие. А что, ну что, я ж не буду ломать. Поэтому, ну, сделано так. Все. Но у меня есть другие моменты действия. Я-то их как раз и. Поэтому я говорю. Хорошо, что ну пейте меня, я же вам там сделаю. Слава моим противникам, они делают меня сильнее. Видите, он вышел, он же не сдержался. Как он может, там был, да? Как может чиновник такое сделать, смотрите. Вот я захожу следом за сотрудником Росгвардии. И получаю удар. Зачем он это сделал при полиции? Он же попал. Владимир Георгиевич, он попал. Вот он справочку лежит. Мало того, это же уже в СМИ сейчас. Я же отправил это уже в Яндекс Новости через свое СМИ. И давай мы еще в письме, если дело это будет, ну, как оно не будет. В СМИ. Оно уже есть. Тогда в письме укажите, такого-то числа, конечно, в такое-то время по Яндексе, это уже дело разошлось. Конечно. И тогда для них будет слушание. Не скроешь, никуда уже не увидишь. Никак, конечно. Никак вот не сделаешь уже.